واجبات الصلاة ثمان. То, чем обязан человек в молитве, восемь вещей. جميع التكبيرات عدا تكبيرة الإحرام. Все слова, все такбиры, то есть слова Аллаху Акбар, кроме первого такбира. Аллаху Акбар للركوع. То есть когда ты говоришь слова Аллаху Акбар, совершай поясной поклон. Аллаху Акбар للسجود. Когда ты говоришь Аллаху Акбар, совершай суджуд. مثلا. Например. نعم. الثاني قول مرة واحدة في الركوع سبحان ربي العظيم. Один раз произнести слова в поясном поклоне Субхана Робби Аль-Азим. نعم. قول سمع الله لمن حمد. Также слова سمع الله لمن حمد являются обязательными. للإمام والمنفرد. Будь человек имамом или же молится отдельно один. قول ربنا ولك الحمد للإمام. Что касается слов ربنا ولك الحمد, то их обязан произнести имам. والمأموم. Тот, кто молится за имамом. والمنفرد. И также тот, кто молится отдельно. قول سبحان ربي الأعلى في السجود. Также туда входят слова سبحان ربي الأعلى в суджуде. قول رب اغفر لي في الجلسة بين السجدتين. Также слова رب اغفر لي между двумя суджудами. قراءة التشهد الأول. Чтение первого تشهد. عندما تكون الصلاة فيها أكثر من تشهد الأخير هو الركن. والذي قبل الأخير هو الواجب. Если в молитве больше чем два раката, то последний ташахуд будет столпом, а до него первый ташахуд будет ваджибом обязательно. نعم. قراءة التشهد الأول. Что касается чтения первого ташахуда. والجلوس له. И также. Чтоб ты сидел для этого при этом. هذه واجبات الصلاة. Это является обязательным действием молитвы. لو نسي الواجب. Если человек забудет этот ваджиб. أو كان جاهلا عن هذا الواجب. Или же не знал о нем. وترك الواجب. И оставит это. الصلاة صحيح. Его молитва действительна. تعمد ترك الواجب. Если же он специально преднамеренно оставил. الصلاة باطلة والله. То его молитва будет недействительна.